нас не догонят! Всем привет! Сегодня наша Пуська поймала мышу. Завелась у нас в доме мыша. И Пуська сегодня ее поймала. В комнате там, где клетки, вольеры. В общем, она у нас находится в свободном таком пролете по комнате. Она не сидит у нас в вольере. Вот, и слышу звуки. Кричит. Я думаю, что такое? Может быть, сычом начала конфликтовать. Захожу в комнату, смотрю. Пуська сидит, мышу держит. И не дает мне ее даже в руки взять. В общем, жадина. Пыталась ее спрятать, но, в общем, решила ее съесть. В общем, очень интересная ситуация получилась. Так что даже покруче, чем кот. Иногда коты ленивые бывают, мышей не ловят. Вот, пустельга не упустила такой шанс. Так что заводите пустельгу. Будет у вас мышей ловить, если они у вас заведутся в доме. И будет вам счастье. Кстати, существует такой миф, что хищные птицы, выращенные в домашних условиях, никогда не будут охотиться, поэтому их нельзя выпускать. И данная ситуация, она развеивает этот миф, потому что пустельга, которую выкормил с птенца, она зеленого понятия не имела, как охотиться, но при первой возможности, увидев потенциальную жертву, набросилась на нее и поймала. В общем, еще хочу привести один пример, когда выкормыши домовых сычей в возрасте примерно 1.5-2 месяца, вот, я выпускал в клетку живую мышку, вот, и они здесь, в принципе, делали то же самое, нападали и убивали ее. Так же самое я делал с воробьем. Вот, выпускал воробья, он там находился некоторое время, и как только воробей приближался близко к сычу, сыч на него набрасывался и убивал. Поэтому этот миф, он однозначно является мифом, потому что хищными птицами руководствуют инстинкты. И вне зависимости от того, умеют они охотиться или нет, они все-таки это умеют делать на генетическом уровне. Поэтому если у вас появилась хищная птица, которую вы выкормили с птенца, вот, и думаете ее выпустить, то можете смело ее выпускать. Вот, и с ней ничего не случится. То есть она в реальной жизни встретит своих собратьев, будет охотиться, и с ней будет все хорошо. В общем, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных, увлекательных видео. Всем пока. Your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the cipher in the weather. You can't keep this up. The lines are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making dreams that you admire. And you can't stop now, 'cause you don't know how. You can't stop now.